Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Ну что ж, поехали. Попробуем здесь что-нибудь хорошенькое себе выбить. Так, уточки. Перчик. Нормуль. Яблочко, сгодится. Так, четвертый этаж. Еще одно яблоко. Беспроигрышный, да? Вариант. Отлично. Праздничный колпак, который у меня есть. И вместо него мне дали 10 жемчужин. Все, хорош. Больше мы не будем играть пока. Давайте заберем все наши призы. Отлично. Так, здесь мы все это закрываем дело. Давайте посмотрим, что у нас выпадет из сундука. 10 гемов и одно яблоко. Ладно, сгодится. Так, яблочко получили. Закрываем это все дело. И что же я хотел сделать? Во-первых, мне нужно покормить моего птенца, а то он уже бедный взгрустнул. Давай покормим. Отлично. Все, довольненький. Спасибо, говорит мне. И дает 1000 перышков. И потратим мы их с вами, знаешь, на кого? Знаешь, на кого мы их потратим? Вот, конечно же. А то он у нас слабенький. Вот, теперь он у нас 8 силы. Сейчас он еще получит. 9. 10. Да. 10 сил, ребята, он получает. И мы с вами продолжаем основную сюжетную кампанию. И не забывайте, что мы с вами остановились на боссе. В прошлой серии мы не смогли с ним справиться, поэтому сегодня будем это все дело исправлять. Как обычно, мне не дадут выбора. Так, Ярик, Ярик, спасибо тебе большое за подарочки. Ой, нам не дадут здесь, ребята, выбор заклинаний всяких, да? Ярослав, Даниэль и Термиус. Фу, вся надежда только на меня, на мои силы, на мою, как говорится, сноровку, меткость и так далее. Так, этот уровень у нас противный, да? Чак. Серебрянка, ну я не знаю. Так, погоди секундочку, погоди. Нам здесь нужно, знаешь, наверное, все-таки мы возьмем здесь Чака. Чак может пробить подпорочки эти. Вот. Вот так я и хотел сделать. Мы его вернули обратно. Так, а вот что вот здесь? Жалко, у меня нету моих весельчаков. Так бы мы пробили бы здесь все. И вот я немножечко сомневаюсь, сможем ли мы с вами. Вот если я вот так вот. Да елки-палки. Или нам просто навесиком полететь. Вот если мы с тобой навесиком полетим. Мы не долетим, да? Точно не долетим. Короче, я попробую. Вот так вот. Попытка не пытка. Вау! Слушай, шикарно получилось у нас. Я очень-очень рад. И яблоко даже урвали. Так. Второй эпизодик у нас. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь. Ну что, я могу вот здесь подбить серебрянкой. Я подкашу, это все начнет падать вот сюда. Мне нужно, чтобы это падало туда. Поэтому, наверное, мы будем с собой сейчас Редом сдувать. А сможем ли мы это все сдуть? Попытка, не пытка. Давай. Вот. Смотрите, как все прекрасно получилось. Меня Ред не подвел. И он красавчик. Страйк. И у нас третий эпизод здесь. Давай-ка приценимся. А вот здесь вот плохо. Смотри, здесь свинья у нас на шарик сидит. Здесь на шарике. Это все как-то нужно быстро разбомбить, а вот как это все сделать? Если я потрачу бомба здесь. Ну, попробуем. Так, а теперь взрываем. Ну, неплохо, в принципе, ребят. Вот как дальше нам быть? Если мы возьмем и не долетит он у нас так, да? А так, если... Попробуем. Лети, лети, лети. Вот, шикарно. Очень шикарно у нас здесь вышло все. Вернули мы с вами бомбу. Так, ну-ка, победа птиц. Вот если мы здесь с вами хорошо пройдем. А я думаю, что мы пройдем. Так, что бы нам вот тут-то сделать? По идее, надо пробить Чаком
Хм. Как бы здесь нам по-хитренькому сделать? Ну, серебрянка здесь вообще не нужна, если честно. Давай все-таки попробуем, наверное, чаком с тобой пробить. Ну, ну, ну. Да как же так-то, ребят, смотрите. Хотя, если чак сейчас исчезнет, это все упадет, да? Блин. Фигово. Я немножко не так хотел. Ну что, полетим. Попробуем сейчас с тобой кое-что здесь замутить. Да ладно, что это там у нас полетело? Слушай, друзья, это очень-очень плохо все, на самом деле. Я совсем не так все это дело хотел. Весельчаков запускаем. Да ну! Так, падай сюда, пожалуйста. Нет, он немножко не туда. Хотя, подожди. Ай-яй-яй-яй-яй. Не вышло у нас, короче. Попробуем сдуть. Вот. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вот так вот. А теперь вот сюда еще, пожалуйста. Ну, пожалуйста, вот сюда вот. Классно. Фу. Друзья мои, прошли мы с вами этот эпизодик. И последний этапчик у нас. Сейчас босс вылетит. У нас всего три птицы, что ли, получается, да? Его поставили сюда. Так, вспоминаем нашу стратегию. Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы он провалился вот здесь, да? Чтобы он провалился здесь. Значит, нам нужно с вами здесь все уничтожить. Как нам это сделать? Ну, если мы с вами вот так вот, предположим, полетим. Попробуем. Сломай, пожалуйста, так. Ага. Ну-ну-ну, ломай, ломай, ломай. Так, Тернс, красавчик. Красавчик. Фух, а теперь наша задача вот этого толстяка сбросить. И главное, чтобы он вот здесь не застрял. А он может у нас застрять, ведь так? Я попытаюсь, конечно, этого не допустить. Полетела серебряночка у меня. Так, падай, 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 падай. Окей. И вот сюда, пожалуйста. Да, друзья мои. Все, оказывается, все легко и просто. Просто, ребят, надо отдыхать хорошо, понимаешь? Отдыхать в удовольствии. И тогда все у вас будет хорошо. Потому что вы будете подходить к выполнению задач со свежими силами и с ясной головой. Фух, ну что же, а мы с вами едем дальше. Так, король у нас стырил опять яички эти. А мы его, конечно же, будем догонять. Так, и кстати, где там у нас будет очередной черный ключ? Можно мне посмотреть? Можно мне глянуть хотя бы одним глазком? Так, он у нас приземляется на 120 уровень. Все, я понял. На этой карте у нас не будет ключа, он будет... Что тут у нас? О, спасибо, 400 перышков дали на весельчаков. А ключик у нас с вами будет на между 122 и 123 миссии. Хотя, в принципе, ребят, можно, да, при желании пройти, если у нас все здесь хорошо пойдет. Я просто, если буду по 2-3 раза проходить один и тот же уровень, это, честно говоря, уже начинает выбешивать. Поэтому я быстро как бы и закругляюсь. Ну что же, погнали. Так, выберите заклинание. Спасибо. Ну, у меня их очень мало, поэтому, наверное, я возьму уточек. Так, друзья мои, что у нас здесь с вами происходит? Я вижу яблочко, я вижу очень много свинюшек. И они как-то так стоят в разных этих, да, местах. Но если я, например, возьму и применю Реда. Да ладно, серьезно, хотя бы яблоко забрали. И то спасибо. Сдувай, вот. Хотя бы так. Ну что, попробуем теперь вот так вот сделать. Ой-ой-ой-ой-ой, как классно. Мне нравится, он такой пузырь. Просто огромный пузырь. Переходим с вами на второй эпизод. Угу. Так, здесь у нас что? А я могу уточек применить. А, здесь же они не будут падать. Они вот здесь вот, ребята, не смогут. Потому что дом мешает, видишь? Поэтому нам это невыгодно. Мы с тобой сделаем немножко по-другому. Вот здесь я попробую подбить. Но
Фиговенько, да, вышло? На самом деле, очень фиговенько. Хотя мы разбили его. Смотри, вот этот ханорик-то у нас тут как-то умудрился выжить. Теперь берем Терренса. Запускаем его вон туда. Да ладно, а нет, все хорошо. Все хорошо у нас. Шикарно. Классно. Знаете, ребята, меня удивило, когда подписчик написал: Рэй, ты читер, ты использовал силу орла. Помните, у меня есть заклинание, да? Он взял от меня и отписался. Ну разве это адекват? Так, ну что, давайте-ка попробуем вот так вот сделать. Ну. Неплохо мы тут повреждения нанесли. Так, свинюшка, падай. Остается только одна. Вот, ребят, вот эту вот магию я применил, да? Он психанул и ушел. Это он называет читерство. Да, бывают всякие, конечно, ребятушки, но такого я видел в первый раз. Так, ну что же, смотрим, что у нас здесь. Так, а если я, например, рядом сдую? Вряд ли он, конечно, получится, но попытаться надо сдуть. Вот. Теперь нам нужно здесь подбить. Жалко, у меня нету моей любимой уже серебряночки. Ну-ка, чак. Ну давай, давай, постройка-то хлипенькая. Чё же она не упала-то? Ну, бомб, это для тебя, роднуля. Нате. И все. Быстро и просто. Всех наказал. И 3 звездочки, новый рекорд. Яблочко 25-е, да? Ну что же, двигаемся дальше. Ну что, ребятулечки, продолжаем. И у нас с вами 112-я миссия. Вперед, сразу же, не будем здесь ничего обсматривать, рассуждать. Сразу будем наказывать. Так, ну что же, уточки, в принципе, мне пригодились. Попробуем взять перчик на этот раз. Возьмем перчик, вот это мне не нравится. Так, что это там такое сейчас вылетело? Ты видел, что-то вылетело такое непонятное? Слушай, а если я, например, сразу применю перец? Там сейчас хлопнет, наверное, нехило, да? Ай-яй-яй, ну-ка. Да упади ты, упал. Нормуль. Поехали дальше. Тут, кстати, у нас 5 эпизодов. Не кисленько. Дайте мне весельчаков, дайте мне весельчаков. Шиш тебе, не весельчаки. Так, что у нас Ред может тут замутить? Мне кажется, тут лучше, наверное, брать навесиком. Могу ошибаться. Но... Блин, по-моему, да. Навесиком не особо тут хорошо получилось. А если я возьму Матильду, сбросим сюда яйцо, предположим, да? О! Ну-ну-ну! Молодец, Матильда. Упала все-таки на этого свинотника большого. Так, а теперь попробуем с тобой сделать вот таким вот образом. Блин, я же пролечу, ведь пролетим куда-то в никуда. Давай-ка вот так попробуем. Да ладно тебе, ну что ж ты делаешь-то? Видишь, вот это сдуло его просто-напросто. Слушай, ну я думаю, что с Терренсом такой фокус не прокатит. Он должен тут промять все и всех. Нет. Нет, друзья мои. Ну это чушь на самом деле. Это на самом деле чушь. Бомб, давай. Я знаю, что у тебя все должно получиться. Вот так вот. Надо было его сразу брать и все. И мы бы с вами сберегли многое количество птичек. Короче, 3-й у нас эпизод. Смотрим. Так, у нас с вами 2 и тут 3, 5, да? Если я, например... Блин, ну вот это вот не нравится мне. Сдувать будет, да? Весельчаки-то есть у меня? Нету. Ох, сдуть. Сможем ли мы тут с вами сдуть еще? Сдуть не смогли, но повреждения хорошие мы тут нанесли. Как вот эту штуку? Наверное, нам придется здесь через Матильду сыграть. Давай-ка рискнем. Куда ты яйцо-то за... Господи, Рэй, ну ё-моё, ты чё творишь-то? Вот такую ерунду сейчас мы с вами сделали. Слушай, а знаешь, что самое интересное? Как я должен вот здесь вот подбить-то?
Если только лишь взять серебрянку. Смотри, берем серебрянку. И вот так вот. И... к ядрене фени все взорвал. У нас вот наконец-то нам дали весельчаков. Только зачем они мне сейчас? Сейчас они мне не нужны. Так, Ред. Редушка, давай. Попробуем с тобой тут дунуть. Ага. Хорошо получилось. Ну что, двигаемся дальше. Предпоследний. Так, вот здесь весельчаки. Это однозначно. Да что ж ты будешь делать? Меня еще там, видишь, немножко сдувает. Вот так-то. И мне вернули еще и бомбу. Круто. Переходим на последний эпизод и смотрим, что у нас тут. Ого. Хо-хо-хо. А если я сделаю, знаешь что, смотри. Блин, мне бы туда вот как-то. Сможет ли он пролететь? А, как думаешь? Поехали, попробуем. Нате! Просто столкнул все туда, в бездну. Слушай, ну прикольно. Вот это да, круто мы с вами здесь справились. Мне даже самому понравилось. И очков нехило заработали. Так, плюс яблочко. Ну что ж, поехали дальше. Так, я получил подарок от Ярика. Ярик, спасибо тебе большое. И у нас с вами 113 уровень. Поехали. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, возьмем здесь вот это вот. Ого. Ну что же, давай попробуем. Вначале нам... А если мы, например, подобьем здесь? Давай-ка попробуем так сделать. Вот здесь вот подпорочку сбить. Падай, падай, падай. Отлично. Пол дела сделали. Так, теперь Матильдой. Не знаю, что из этого у нас выйдет. Но попытка не пытка. Так. Конструкция уцелела. Как назло, да? Ох-хо-хо-хо-хошечки. Ну, попробуем вот так с тобой замутить. Нате! Да как этот мелкий прыщ мог выжить, а? Друзья мои, ну как? Вот скажите, ну как он мог выжить? Бум, сдули все. Что у нас с вами летит? У нас птичек все меньше и меньше с вами. Так, весельчаки. Наконец-то, получилось. Ладно, переходим с вами на второй эпизод. Смотрим, что здесь. Ага, вот так вот, да? Ух, елки-палки. А если я возьму Терренса, вот так вот все собью им. Вот. То, что нужно. Просто разнесли в хлам. Ну что ж, двигаемся дальше. Так, это у нас третий эпизод. Сколько у нас? Ух ты, мы с вами сделаем вот так вот. Большие головы. Давай, 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 давите с собой все здесь. Смотри, что получилось. Ребята, вот здесь маленькая свинка у нас как-то... А как мне ее подбить? Если, например, возьму Реда, вот так вот полечу, мы можем сдуть его, точно. Сдул тоже мне. Ред, упади, пожалуйста, на него, а? Я тебя прошу. Нет. Ну... Прикинь. Прикольно вышло. Ну что же, четвертый эпизод, друзья мои. И мы с вами так, каменная постройка. Ох, елки-палки, тут их. Блин, они здесь стоят. И тут, а как мне тут быть-то? От весельчаков тут мало толку будет, да? Если, например, мы с вами сдуем. Нет, мы с вами, наверное, ничего не сдуем. Если я... Я даже не знаю, как лучше сделать. Может быть, вот сюда вот полететь и сделаться большой. Вот так вот, ну, типа того я хотел. Слушай, неплохо у нас вышло. А вот как этих, может быть, через бомбу вот сюда вот залететь и просто взорваться. Да, сработало. Фу, последний эпизод, смотрим. Ничего себе тут шариками их закутали. Хм. А как мне, ну-ка. Если я возьму весельчаков, сюда плечу, что это мне даст?
Как это будет все выглядеть? Я ума не приложу, если честно. Поехали. Давай, 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 давай. Опа. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Я тебе скажу. А Матильда? Что здесь может сделать Матильда? Попробуем, что он тут сможет сделать. Матильда, давай вот туда лети. Честно говоря, что-то немножко не то, ребят. Я ожидал немножко лучшего, если честно. Давай, давай, лети. Слушай, вот эти шарики просто спасли этих свинюшек. Давай посмотрим, может быть, мне какую-нибудь нормальную птичку дадут. И мне достается Терренс. Вау. Вот только как бы мне тебя... Терренс, как бы мне сделать, чтобы ты туда долетел? Ты же у меня такой мощный, здоровый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну? Да! Да-да-да-да! Отлично, ребят. Нам просто повезло. Нам просто вот сейчас повезло, что мне дали Терренса. Дали бы, например, весельчаков, я бы сфейлился. 100% сфейлился. Но, а тут у нас все хорошо получилось. Так, Ярик опять дает мне гемы. А мы с вами перемещаемся на 114 уровень. Играть. Что бы нам с тобой здесь взять? Какую магию, какое заклинание, а? Возьму-ка я метельку, наверное, да? Возьмем метелечку с вами. Ну что, поехали. Ой-ой-ой-ой, там свинка у нас золотая. Что мы можем с тобой здесь сделать? Я могу, например, взять Терренса, да? И вот так вот все просто пробить им. Попытаться, по крайней мере. Поехали. Воу-воу-воу-воу. Ну, в принципе, неплохо, ребят. Я его еще и вернул на место. А вот как там быть? Если я, например, возьму... Вот вариантик, ребят. Просто сдул все к ядрене фени, ты понимаешь? Угу. Второй эпизод, давай глядеть, что у нас тут. Ой-ой-ой, вот это вот, как тут пробить, извини меня. Брать бомба, запуливать его туда и взрывать. Только если так, ребят. Так, смотрим. Слушай, удачно получилось, очень хорошо. Бомб меня не подвел, и мне это нравится. Так, давай приценимся, что у нас тут. Угу, эту я могу сломать подпорку, только вот зачем? Пока я не вижу в этом надобности, мне проще, наверное, сдуть. Вот мы если сдунем с тобой, да, вот это все. Вот так вот. Ай, красиво, вот эти только выжили охламоны. Как бы нам тут сделать-то? Мы можем, в принципе, с тобой... Да-да-да-да-да, ты правильно думаешь. Именно вот так мы с тобой сделаем. Шикарно. Эта птичка очень шикарна. Что-то, кстати, я не вижу Стеллу. Где у меня Стелла? Почему Стелла не попадается мне? В чем проблема? Так, что мы тут с собой можем сделать? Так, погоди секунду. Если я ударю туда... Нет, что-то как-то... Это мне не нравится. А если сдуть? Сдуть взрывчатку туда, это глупо? Или нет? Попробуем. Ой, бред сделал какой-то. Бомб, давай. Но, ну. Шикарно. Просто шикарно. Да, мы с вами прошли этот уровень. Погнали. Так, Ярик опять дает мне 10 самоцветов. А мы перемещаемся на 115-ю миссию. Слушай, ну мне действительно интересно, а где у меня Стелла? Почему ее не дают? Хм. Может быть, она на время была? Я не пойму. Я возьму здесь перец. Так, что у нас тут? Если мне дадут... Нет. Не дали, к сожалению. Я думал, если дадут Терренса, я сразу здесь все пробью. Хорошо, если я сдую, должно получиться. Должно пол... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Эть! Хорошо. Давай так попробуем. Ну почему наверху-то? Почему наверху, а?
Так, бомб. А как мне тут? Слушай, а как мне тут действительно сделать? Блин, да ты что ж делаешь? Как мне тут пролететь? Ну, если я возьму, например, Чака. Предположим, посмотрим, как он полетит. Куда он полетит? Ага, вот так он летит. Его... Опа! Получится, нет? Ну, этот перепужался, видно. По его физиономии. Так, значит, нам придется с вами использовать бомба. Так, по той же траектории я полечу. Вот так вот. Слушай, ну жалко, конечно, что 3 птички мы потратили с вами. Так, тут деревянные постройки. Опять вентилятор. Если я сделаю, знаешь что? Небольшой прикол. Смотри. Так, и вот так вот. Давай, 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 ломаем, ломаем, ломаем. Так, этот у нас вниз, надеюсь, улетит. Матида не успокоилась. Ладно, хорошо. А сдуть, вот если мы сдуем с тобой, попробуем сдуть сейчас подпорочку здесь вот. Отлично получилось. Вот эту надо сбить как-то свинью. Весельчаками придется, наверное, бомбануть разочек. Хорошо. Очень много птичек тратим, очень много. Что у нас тут получается с вами? Могу взять Терренса, могу взять нашего надувного. Я даже как-то не знаю, что. Давай, наверное, вот так. Или вот так все-таки. Нет, все-таки через верх. Попробуем вот так вот, ребят. Ага. Вон ту взрывчатку взорви, пожалуйста. Не вышло маленечко. Ладно, ничего страшного. Как тут быть-то? Так вот, может быть. Отлично, хорошо, хорошо. Кстати, вот это, по-моему, музыка сейчас вот в данный момент играет. Это из Angry Birds Epic. Ну, что, переходим с вами на предпоследний эпизодик. Ё-моё, что ж тут они наделали-то? Если мы сейчас вот так вот бомбанем, да, мы сможем с вами все здесь продавить. Ну-ка. Бумс. Шикарно просто. Три птички, и у нас последний эпизод. Причем птички... Твою же налево, а? Как же я пропустил? Смотрите, друзья мои, там Гаврюша стоит. Две птички, получается. Две птички всего лишь. Ну, что мы тут с собой можем сделать? Серебрянка может, в принципе... Господи, как это сделать-то так аккуратно? Я хочу вот сюда вот бомбануть, ребят. Да чтоб тебе, да иди ты в пень. Мне тут, ребят, немножко подвредили, так скажем, всю малину. Не вышло у меня здесь, к сожалению, их разбить. Давай глянем рекламу, может быть, мне дадут птичку хорошую. Ну и кого мне дали серебрянку? Ёпарасоте. Ну и что я этой серебрянкой здесь делаю? Абсолютно ничего я с ней сделать здесь не смогу. Еще и... Че подглючивать-то здесь? Ну? Не вышло, друзья мои, не вышло, к сожалению. Не хватило, да? Силенок нам. Ладно. Давайте тогда попробуем переиграть с вами. Ну, что я могу сделать? Ну, не вышло, друзья мои. Еще раз, конечно же. Так, значит, мы с вами возьмем на этот уровень заклинание какое-нибудь. Давай вот большие головы. И делаем с вами вот такой вот маневр. Во-во-во-во-во-во-во. Ну! Скатись, пожалуйста, ну скатись. Ну скатись! Сдулся, все, ребят. Погнали. Тут, кстати, очень хорошо получилось. Одной птичкой обошлись. Так, тут у нас что? Зонтики, все дела, да? Ну что, я, наверное, сделаю вот так вот. Так, смотри, смотри. Блин, тут плохо. Если мы сделаем с тобой большие головы. И здесь выживет. Вы серьезно? Так, минус.
А здесь нам что лучше? Нам лучше здесь, наверное, бомбануть серебрянкой. Вот так вот. Да-да-да-да-да. Самое то. Третий эпизодик. Ух, что мы тут с тобой можем сделать? Мы можем сюда взорвать. Наверное, мы сейчас так сделаем с тобой. Лучше всего. Так, этот лучше у нас полетит сейчас вниз. Остается вот сюда, да, бомбануть. Сюда мы с тобой, наверное, Тернса, наверное, запустим, да, туда. Пускай Тернс у нас летит. Бум-бум-бум-бум. Шикарно. Все, поуничтожали. Ну что же, эпизод 4. Угу. Так, хитро. Слушай, если я, например, вон туда вон заброшу бомба. Вот сюда, вот прям в середочку. Да ладно, опять этот выжил, Ханорик. Опять этот Ханорик у нас выжил, друзья мои. Что-то он чересчур какой-то везучий, я смотрю. Чак, ты серьезно? Да, Чак меня тут, конечно, сейчас немножечко подвел. Ладно, надеемся, что последний эпизод все-таки мы с вами сможем пройти. Опять пропеллеры, да? Опять вентиляторы, так. Да, тут как-то я даже... Ну, если полетим вот так вот с вами. Угу, в принципе, неплохо, ребят. Вот здесь-то нам как быть? Если я возьму Матильду. Если я возьму Матильду... Подожди-ка, подожди-ка, подожди-ка. А если мы вот, вот сюда вот полетим? В каком направлении мы с вами полетим-то? Я даже не знаю, ребят. В плохом направлении, мне кажется. Давай так сделаем. Да ну, серьезно, что ли? Ну, весельчаки тут ничего не смогут, по-моему, сделать у нас. Хотя, по... один выжил. Хотя у нас, вон, есть еще серебрянка. Нам выпала серебрянка. Ребят, ну это... надо быть, блин, профи, чтобы попасть серебрянкой. Вот в эту свинью. Да ладно, ну, поди... Слов у меня нету. Придется смотреть. Ржет там стоит. Кого... О, Тернса мне дали. Тернс, это хорошо. Вот так вот попробуем сейчас раздавить. Главное, чтобы долетел, ребят. На, прыщ болотный. Фух, мне просто повезло. На самом деле, просто повезло. Здесь никакая тактика не поддавалась. И мы с вами переходим на 116-ю миссию. Окей. Сразу же, с разгону будем играть. Слушайте, друзья, меня действительно смущает тот вопрос, куда у меня делась Стелла. Что за дела-то, а? То есть у нас в команде, да, сейчас вот этот вот пузырь. То есть Стеллу у меня как бы убрали. Получается так. Или я чего-то не понимаю. Так, ну что, давай мы здесь, наверное, взорвем с тобой. Да какого, блин, фикуса-то? Я не ожидал, что вот эти вот, как их, весельчаки, ну, до того слабаки, что ли. Прям слов у меня нету. Так, тут тоже какая-то ерунда получается. Ну, полетели. Замечательно. А как вот этих теперь бомбить, кто мне скажет? Как я этих должен там бомбануть? Вот так вот мы долетим до туда? По-моему, фигушки мы там долетим. Перец. Меня может спасти только перец. Но шикарно. То, что нужно. Ух. Так, ну хотя бы Реда вернули. И на этом спасибо. Так, смотрим, что здесь у нас. Ненавижу вот этих вот, которые на шариках. Ой, ой, на шариках, на зонтиках. Если Тернса мы с тобой прыганем. Вот так вот. В принципе, разнесем тут все. Ядрени фени, да? Ну, не все, но больше, больше половину. Так, давай, наверное, мы с тобой. Если она прыгнет, ну-ка попробуем. Ну. Ага, хорошо.
хорошо вот сейчас вышло. Третий эпизод, смотрим. Фига тут конструкция какая. Как мне быть? Я могу, наверное, толкнуть, да? Если я толкну, это все полетит. По идее, так должно быть. Не уверен, что получится, но попытаемся. 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 И нормулька вышла. А вон тех-то как будем делать? Взрывать? Или что нам лучше тут сделать? Сдуть? Слушай, по идее, мне нужно их взорвать. Бомба надо туда заправить как-то. Есть! Так, уточек мне дали. Последний эпизодик. Ну, у нас уточки есть. Так, я думаю, что мы сейчас будем... Да, запускать. А, их нет пока у меня. Ладно. Что мы можем сделать? Так, дай-ка я посмотрю. Например, Матильда. Фигня полнейшая. Нам придется, наверное, через верх. Или все-таки так? Нет, нет, нет. Так сделаем с тобой. Давай, 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 сдувай. Катись, катись. Она катится же, постройка-то. По-моему, катится. И, по-моему, она сейчас рухнет. Или остановилась. Нет, катится еще. Я вижу, 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 ребята, вон. Колесико потихоньку, потихоньку катится. Сейчас это все рухнет. Понеслась, малинушка. Не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Давай вот так. Ух. Во, мне дали хорошую птичку. Так, давай-ка с тобой применим. Ну. А здесь... Вот, смотри. Почему он не выпал-то? С этого ведра. Во, отвалился. Хе-хе-хе-хе. Ну что, пузырик. Давай попробуем тобой бомбануть здесь. Найс. Вот так вот, друзья мои. Отлично вышло. Ну что же, этот уровень у нас тоже пройден. Довольно щекотливый был. Но мы справились с вами. Так, перебираемся на следующий уровень. Давай посмотрим, что у нас тут. 360 перышков на бомб. Понял. Осталось совсем немножко. Еще три уровня, и мы с вами доберемся до босса. А вот сможем ли мы его победить? Это, конечно, вопрос интересный. Давай смотреть. Ну что, возьмем. У нас очень мало, ребят, заклинаний остается. Очень мало. Я возьму уточек, и все. Наверное, больше мы с вами не будем брать в ближайшие, наверное, пару серий. Что тут можно сделать? Тут можно много чего на самом деле сделать. Например, запустить бомба. Взорвать его вот так вот. Вы сейчас специально вот это сделали? Хорошо. Мы тогда сделаем... Нет, не вариант. Голову нам тратить не стоит сейчас. Погоди-ка, а весельчики есть? Нету. Тогда все-таки придется вот так вот делать. Бумс! Ай-яй-яй-яй-яй, как это плохо. Как это все вышло плохо. Давай тогда мы с тобой, наверное, пролетим над гнездом кукушки. Нет, Матильду сейчас как бы неохота тратить. Давай уточек запустим. Посмотрим. Ну... Да, все-таки не зря. Не зря я потратил. Мы хотя бы бомбу вернули. И переходим с вами на следующий эпизод. Что у нас тут? Подбить. Вот это однозначно. Ох, ё-моё. А если я сделаю большие головы? Хо-хо-хо-хо-хо. Ну. Так. Чак. Мы с тобой смотрим. Как-то нам так надо баланс такой взять. Вот так вот полетим с тобой. Да чтоб тебя в креветку размозжило. Ну что это, ну что это, полетел, куда ты полетел, дурилка. Летает он мне там. Давай, 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 давай. Найс. Надо было сразу редом. Я думал, просто Чак полетит на скорости и пробьет. Не то, что-то начал чудить. Ну что, тут возьмем, наверное, нет. Хотя да. Да-да-да-да-да, именно весельчаки. Опса. Да иди ты в пень, это уже специально. Как он мог выжить, блин? Вот это вот. Ну-ка попробуем.
Ну-ну-ну-ну-ну. Я не могу понять, почему у них все время хоть кто-нибудь, хоть один аглоед, да выживет. Ну, и здесь ты выжил, что ли? Блин, говнюк, а, мелкий. Че, бомба, что ли, использовать? Придется вот. Сидит он там радостный. Ну, последний эпизод, смотрим, что вот здесь. Опять эти пропеллеры, вентиляторы бесявые. Ох, ёпарсты. Ну что, я не знаю, может быть нам... Погоди-ка. Серебрянка. Ну попробуем пробить. Да-да-да-да-да-да-да. Сдувай, сдувай вот туда вот все, наверх. Угу. Ну, упадет, вернется. Хлам это. Хлам-то вернулся. А толку от этого? Я, наверное, вот там вон мы с вами взорвем бомбу. Нет, я, наверное, вот здесь вот взорву. И остается вон тот он. Мелкий поросенок. Погоди, а как мне его? Наверное, лучше... Блин, лучше, наверное, вот таким вот образом, да? Поехали. И просто стерли его с лица земли. Эту маленькую зеленую свинью. Фух. Ой. Хорошо, идем. Подарок другу. Так, кому подарить? У меня друзей, ребят, тут... Тут просто их дофигища, понимаешь? Очень много. Давай вот Сашке подарим. Ну что, дальше поехали? Давай. А, мы как раз Сашке и подарили подарочек. Так, 118 уровень. Кстати, нам, по-моему, еще немножко очков, и мы получим с вами следующий уровень. Звездочки, да? Все дело... Я не буду, наверное, сейчас... Или буду? Не буду я брать заклинания. Может быть, конечно, зря. И как всегда, как вот я только не беру заклинания, мы сразу с вами фейлимся. Если... Так. Ничего себе тут. Нет, я попробую, знаешь, как вот так вот сделать. Вот таким вот образом. Фигово, да, вышло все. Не очень, конечно, хорошо. Не очень удачно, если честно, ребят. Так, полетели вон туда. Вот тут хорошо. Блин, ну вот эту вот постройку, конечно, надо взрывать. Вот таким вот образом. Да, на один уровень три птички. Причем птички довольно хорошие были. Я их всех потратил. Воу-воу-воу-воу. Так, например, я возьму здесь весельчаков. Ну? Давай-давай-давай, падай, постройка. Конечно, хотелось бы, чтобы вот эта взрывчатка тут взорвалась. Но она не взорвалась. Если мы сейчас с тобой здесь выстрелим бомбу, а мы ее выстрелим. И вот так вот. Ать. Скатертью дорожка. Все, пока. Улетел. Так, этот уровень у нас тоже довольно неплохо пройден. Почему Матильду? Лучше бы мне дали бомба или пузыря. Как они тут? Ой, вот этот противный, этот у нас стреляется ведь так? Ведь так. Поэтому мы с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Поехали. А что он сделал? Он взял мне просто... Здорово просто. Он уничтожил мне бомба. Понимаешь? Как вот так вот пробьем, нет? Ну, давай, 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 катись, катись. Там взрывчатка, чтобы она вот тут взорвалась. Прям под ним. Я этого хочу сделать. Есть. Фух. Так, а как этих подбить нам? Ред сможет сдуть... подпорку. Ну, просто сдуть их. Давай, 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 катитесь. Отлично. Ну что же, переходим с вами на последний эпизод. Что тут понатыкали мне тут каких-то штук, дрюк. Если я возьму, например, вот так. Ну, хорошечно, очень хорошо. Ну что, остаются вот эти вот последние. Я думаю, что мы здесь можем с тобой просто сделать элементарно. Вот. И падай, 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 падай. Да, у нас удачно здесь вышло. Ну, не так уж сложно на самом деле здесь было все. И слава богу, что у нас получилось. Ну что же,
Босс уже рядом. Да идите вы в баню со своими донатами. Окей. Поехали, друзья. А тут, по-моему, нельзя пройти, да? Уровень на 2 звезды. Тут обязательно 3 звездочки получаешь. Не буду я брать заклинания, попробуем без них. Строитель — это плохо. Мы, наверное, с тобой, знаешь, что сделаем? Это, конечно, надо умудриться так. Блин, или как лучше сделать-то? Если я возьму пузыря. Блин, фигня какая-то получается. Он меня подобьет, поэтому придется Матильду брать. Да чтоб ты, ты видел, что он сделал? Вот именно про это я тебе тогда и говорил. Вот это бред. Это бред сейчас был. Да вы издеваетесь? Вы что, серьезно что ли сейчас? Вот что это такое? Трындец, блин. Тут по-другому не назовешь. Мне вернули Чака. Нафиг мне Чак-то здесь нужен? Куда ты там полетел? Куда ты там полетел? И он еще умудрился выжить. Да ты что ты себе позволяешь, а? Так, разрушение недостаточно, чтобы птичку навернули, да? Смотрим, что у нас тут поджидает. Так, свинья золотая. Это значит что? Если я, например, возьму Терренса. Он у нас вот так вот летит. Ё-моё. Слушай, вот это хорошо, что нам дали с вами шпроты. Блин. Шарик этот надувной не в тему там. Есть, раздавил. Ну дайте мне птичку. Так, мне вернули Чака. Зачем мне Чак? Что нам тут сделать? Давай, наверное, мы с тобой шпрут, может, применим. И это все к ядрине фени улетит. Давай так и сделаем. Погнали. Вот тебе и Ух ты, нам еще и перчик вернули. Замечательно. Ну-ка, что у нас тут? Ой-ой-ой-ой, каменных... Ох, сколько каменных построек тут надавали. Вы что, серьезно? Перчик, запускаем перчик. Куда он прилетит? Блин, ладно. Ай-яй-яй-яй-яй. Не так, друзья мои, не так я хотел, чтобы все это произошло. Давай. Вот смотри теперь прикол. У нас с вами одна птичка, это Чак. Сможет ли Чак сделать нам Чак-Чак? Полетел к ядре, не фени. Давай рекламу смотреть и надеяться, что нам дадут классную птичку. Кого мне дали? О, ну это еще. Это терпимо, ребята. Я думаю, что пузырь сдвинет. Не то, что сдвинет, вообще там к ядре, не фени все отправил в преисподнюю. Ну что, в общем, прошли мы с вами этот уровень. И поехали. Последний у нас на сегодня. Где поджидает нас босс, конечно же. Надеюсь, мы ему сейчас такую трепку устроим, что мало ему не покажется. Вот он, 120 уровень. Хватит уже. Так, скоро левел ап будет у нас. Ну что, погнали. Ждет он нас там, ждет король этих свиней с яйцами. Ну что, давайте смотреть. Угу. Так, я думаю, пузыря мы с вами прибережем. А вот тут вот как-то надо, как-то так хитренько надо сделать все это дело. И удачно, я тебе скажу. Ха-ха. Просто шикарно. Тут у нас 5 эпизодов, да? На втором. На втором мы с вами. Хм. Вот это да, вот это тут. Как бы нам так сделать-то? Рискну я вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо вышло, так как. Ай-яй-яй. Я думал, что намного намного лучше будет, ребят. Если честно, я думал, намного лучше будет. Но не вышло, к сожалению. Так. А как вот этого, я интересно. Смотри, что делает. Как вот этого мне, того, который у нас на шарике там стоит,
Вот так попробуем. Есть. Вроде бы и хорошо, и в то же время плохо, потому что птичек мало. Еще 3 эпизода впереди. Так, что мы здесь с тобой можем замутить? Мы можем запустить, естественно, Терренса. Запустим, да, он там, например, сломает. Попытаемся. Да, не зря я использовал Терренса. Мне еще его и вернули. Давай смотреть, что дальше. Ой-ой-ой. Так, как бы нам тут... В принципе, весельчаки, ну а что они мне здесь делают? Не знаю, если честно, попробуем. В принципе, неплохо, но хотелось бы, конечно, получше. Бомба теперь, что ли, вот нам здесь взорвать. Отлично. Так, и, наконец-то, мы с вами переходим к боссу. Куда его? Вот сюда, наверное, да, сбросят? Вот так вот, друзья мои. Теперь сиди и думай, что нам здесь лучше сделать и как. Если я, например... Блин, я даже ума не приложу, если честно, как сделать. Попробуем так. Пускай он будет падать вниз или нет, блин. Нет, он не стал падать вниз, ты понимаешь? Если я, например, сделаю вот таким вот образом. Падай, падай, падай вниз. Куда он сейчас полетит? Ага. Нет! Трындец, блин. На голову ему, пожалуйста, на голову. Блин, ребят, как-то фигня получается. Я сдунуть хочу вот эту всю постройку. На голову ему прям. Вышло. Я, честно говоря, немножко сомневался. Но, как видите, босса мы с вами победили. А что случилось? Кто-то еще выжил? Друзья мои, а кто выжил? Нет, никто. Фу, слава богу. Я думал, что с игрой, думаю, не то. Отлично. Просто превосходно. Ну-ка. 75 жемчужин. Окей. Ну что, ребята, неплохо мы сегодня поиграли, на самом деле. Сейчас можно купить пару шапок. Теперь повар украл яйца и улетел во свояси. Давайте-ка мы с вами потратим немножко жемчужин и купим шапки. Для того, чтобы стать нам еще сильнее с вами. Ах. О, там ключик недалеко, кстати, у нас. Ключик близко. И уровень мы еще с вами получаем. Да. Смотрим. Вот это. О, 1500. Это у нас на стелочку, да? Это на стелу. Ну, неплохо. Я очень рад. О, она еще уровень получила. Так, 11 сил у нее. Так, мы с вами сундучок берем. Терренс, красавчик. 121 миссия. Что я хотел сделать? Что-то я хотел сделать, глянуть. А, мы же хотели с вами немножко подзаработать шапок. У нас потому что 500 с лишним с вами жемчужин. А каждая шапка стоит 100 жемчужин. То есть 5 шапочек мы с вами можем открыть сейчас. Перевой безумие. Это, конечно, все хорошо. Да хорош уже. Приготовься к битве. Ну, это кланы, а я пока без клана, ребят. Поэтому... Так, ну-ка. Нам достается перец. И яблочко одно. Окей. Так, закрываем. Идем сюда. Тут забираем наш реворд. Шикарно. И отправляемся в магазин шляп. Ребят, берем с вами обычные. Нет, обычные мы, по-моему, все купили, да? Обычные у нас куплены все. Значит, мы с тобой берем хорошие. Вот, например, нам не хватает. Здесь. Ага. Комплект шляп пляжная. Вот как. Такой фермер.
Ну что же, комплект собран и... Да. Аметистовая рогатка у меня стала. И каждый получает по уровню. Так, что у нас еще с вами можно приобрести? Давай посмотрим. Так, ну, можем, например, начать собирать вот день рождения комплект. Давай, купим. С тортиком с таким. А здесь что у нас? Бокал. И последняя шапка на сегодня. Торт на Реда. Еще, если мы с вами наберем 300 жемчужин, мы с вами, конечно же, откроем следующий комплект. Да, ребята? Ну что же, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. А мы увидимся в следующих сериях. Всем пока и до скорого.